Обращаясь к академическому сообществу в День российской науки 8 февраля, очень хочется пожелать успехов, благополучия и процветания. Россия ждет от нас новых научных прорывов, новых научных достижений. Нам очень верится в то, что научный успех обязательно будет поддержан новыми технологиями и новыми решениями. Конечно, путь от науки к технологии длинный. Еще длиннее путь от образования к науке. Но нам очень хочется, чтобы все эти усилия, которые сегодня применяют ученые, преподаватели, специалисты и в высшей школе, и в научных организациях, чтобы все они оказались результативны. И российская наука стала тем самым драйвером развития российской экономики и российского государства. Поздравляем вас всех с Днем российской науки!